Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И, в принципе, ребята, в этой серии мы будем выбирать победителей, да, то есть участников, я не знаю, как это назвать, конкурса, угадай кто, или, в принципе, просто угадай кто, да. Давайте же, я так думаю, сразу же, вот у нас, давайте сначала выберем участников, да. Так, в принципе, вот у нас 9 участников, ребята. Я их уже... Нет. Да, вот, я их сюда уже поставил. Давайте перемешаем. В конце серии мы, в принципе, выберем, как мы это уже делали, да? Сейчас. Вот так. Еда. Вот, в принципе, тут у нас все есть. Отлично. Сейчас можно пойти домой. У нас мастер... Да, не мастербол, а ультрабол. 21 ультрабол, нормально. Так, еще кое-что. Вот так, да. Так, что бы нам поскладывать? Что у нас в инвентаре есть? Такое, что можно выкинуть. Дерево. Где у нас дерево? Дерево у нас вот тут. Это все потом можно выкинуть. Нет, еще хлам. Хлам вот сюда идет. Ресурсы у нас идут вот сюда, это заберем. Ух ты ж, нам в шахту, ребята, нужно будет пойти, потому что, в принципе, у нас уже ресурсов нету-то толком. Да и уголь уже потихоньку кончается. Нужно будет, ребята, в шахту сбегать. Так, там у нас покемон босс, давайте туда быстренько. Если он, конечно, не в земле. А хотя, можно же проверить спиру. Так, сейчас. Где-то. Так, и давайте же, наверное, все-таки сразу полетим. Потому что тот. Я не знаю, будем ли мы с ним. А, не! Спиру, не Фиру. Так. Инфернейп. Ух, ладно, сам напал. Ладно. Отлично. Так. Фу, нормально. Так, сейчас. Это мы вот так сделаем. Вот так. Я не знаю, ребята, куда мы сейчас будем лететь. Где мы остановились, я, если честно, уже не помню. Где-то вот тут наверху. Да, где-то вот тут мы остановились в прошлый раз. Я не знаю, наверное, мы даже отсюда и начнем. Только пока что нет, потому что уже, в принципе, сейчас будет ночь. И лучше мы пойдемте поспим. А потом, если что, то сразу туда пойдем. Так, ребята, ну, как я говорил, у нас команда будет считаться тогда, когда все покемоны будут 60 уровня. У нас уже есть Инферней 54, Эмфорос 53. И остальные от 30 до 45. Ну, в принципе, я не знаю, много ли это займет. Но, как бы я говорил, ребята, в этом сезоне у нас будет немного по-другому. Не так, как было у нас в предыдущем сезоне. То есть, как у нас было в предыдущем сезоне, ребята. Мы... Так, сейчас давайте сначала покушаем. А у нас еда еще есть там? Еще вроде нормально там есть. А как было в предыдущем сезоне, ребята? Мы просто ловили всех покемонов, которых у нас еще не было, всех подряд. Прокачивали их, да, и их последние эволюции, какая у них только есть, да, и потом просто-напросто ставили в компьютер и
ловили других покемонов и их прокачивали. А в этом сезоне, ребята, не так у нас будет. В принципе, я уже говорил, да, что мы будем ловить тоже всех покемонов, да, мы будем ловить всех покемонов, но у нас будут, можно сказать, по командах, да, у нас не будет, то есть, опять же, будем ловить всех покемонов, да, прокачивать до последней эволюции, откладывать компьютер. Нет, ребята, у нас будет как бы команды, да, у нас будут одна команда шести разных покемонов, шести разных типов, как бы, покемонов, да. И одна команда у нас будет считаться тогда, когда у нас все покемоны будут, ну, как бы минимально там 60 уровня, да? Ну, конечно, и все эволюции, но это понятно. Если 60 уровень, то все эволюции, это о, босс. И вот так мы, ребята, будем всех прокачивать. Да, дайте... Чё ты передо мной-то тут танцуешь? Ну, давай, попади уже в этого. Ух, нет. Ух, 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 ух. Нет. Вот так. Это чё за... Нет, это нет. Отлично. Так, такой у нас уже, да, уже выпал. Ладно, давайте пойдемте дальше. Это... А, эту деревню мы уже находили. Я подумал, что еще одна. Так бы и там сделали небольшое такое ограбление. Немного бы ресурсов забирали. Да, покет-центр мы это тоже уже находили. А куда мы вообще летим? В какую сторону? Ну да, в принципе, в ту сторону тоже можно полететь. То, что, ребята, хотел как раз сказать. А мы же еще даже ни одного что-то легендарного я не видел, чтобы спавнился. Уже вроде и нормально так времени прошло. Ну хотя такой по... так о, ща, 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 ща. Такой легендарный, который, можно сказать, самый быстро спавнится, это был Мью, да, но на Чирису. А, так, лучше тогда вот эту. Где она? Как бы у нас был же всегда. Ну, не всегда, но Мьюту... О, какой Мьюту? Мью, дать кого ты там выкинул? Мью всегда спавнился самым первым, потому что это такой легендарный, который, как бы, в принципе, не очень так... Как бы нередко спавнится, а можно сказать и часто. Не совсем часто, но нормально. А вот сейчас что-то... Конечно, он никак не будет спавниться, да? То, что... В принципе, мы еще... Точно, ребята. Мы еще даже джунгли не нашли. Твою ж... Ух, сейчас нужно летать, ребята, в поисках джунглей. Действительно, вот что я забыл. Мы забыли. Это то, что нужно джунгли найти. Ах, поэтому мы и летаем. Вот где эти джунгли, хрен найдешь. Мы уже просто нереально, ребят, сколько облетали, но так и не нашли джунгли. О, еще один шайни. Офигеть, а что я там поднял? А кто? Аарон. Шайни. Ладно, мы его не будем убивать, мы его даже не будем ловить. Он у нас уже есть, ребята. Вот он у нас уже тут в команде даже есть. Зачем, в принципе, еще одного такого ловить? Согласитесь, нет смысла просто. Полетим-ка мы сюда. Чё тут у нас? О, там еще один. Тут у нас Голдин, тут у нас Аарон. Да ты ж... Чё ты плавать не умеешь? Так, значит, бежим вот сюда. Так как Аарон у нас уже есть. В принципе, там босс Аарон, да, но... К нему нужно рыться, он же в земле. Так, где ты, Гул'дин? Вот охренеть, как раз такая полянка небольшая, да, чтобы... О, еще один молоточек, молоточек. А тут кто? Опять Аарон. Ладно. Я не знаю, ребята, давайте... Не, давайте все-таки в эту сторону, мы уже начали туда, значит... Значит, туда мы будем лететь, Инферней. 55 уровень, нормально, еще 5 уровней, и, в принципе, его уже можно даже не качать.
Чёрт, какие у нас там? Да, у нас уже всех в экспешере есть. Так, это кто у нас тут? О! Пропала! Или нет? Или я отошла немного? Ладно, сейчас мы тебя найдем. Вот и где, вот. О, нифига себе. Я бы тебя словил, конечно, если бы ты была первой эволюцией, а не вот такой. Так, 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 Фиро, давай, 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 быстренько. А то еще пропадет сейчас. Да дай ты увертаешься так, зараза! Да чё я вас всех-то... Так, всё, иди сюда. На тебе. В жопу как раз так попали, и будешь знать, как уворачиваться. И вот так, отлично. Ху, о, Арон же эволюционирует. Давай, шайни. Прокачивайся. Лайрон. Ну. Отлично. Вот он. Шайни. Это, да, это единственный шайни в этой первой команде, можно сказать. Как, конечно, ребята, у нас в компьютере есть там еще 10 шайни, да? Ну, 10 не 10, я образно. О. Диглет, нет, Диглет, сиди-ка ты там, в своих шахтах. В принципе, ребята, конечно, у нас там еще есть в компьютере еще куча шайни, но как бы... Только один шайни у нас будет в этой команде, потому что, в принципе, команда уже готовая, да, 6 разных покемонов, и как бы мы 6 разных типов, да, и можно сказать, мы уже их начали прокачивать, поэтому не вижу смысла добавлять еще одного шайни сюда. О, Самурод! Вот ты зараза, чё вы спавнитесь-то так? Сепариор, Самурод, последняя эволюция. Лучше бы вы, конечно, тут Ашавод стоял или там фиг его знает кто. О, нет! Сейчас, это остров какой-то или... Нет, это материк. Я думал, остров. Как у нас был в прошлом сезоне, такой островок, где мы всегда качались. Это кто? Нет. О, Дуктрио там был, а сзади там у нас в воде кто-то был. Ладно, полетим мы дальше. Опять немного притормаживает, ну как бы да, притормаживает, потому что грузится. Дайте нам джунгли, ребята, что-то я... А, вот. Диглет, Дуктрио. Вот вас куча тут этих диглетов. Дайте нам джунгли. И мы там посидим, может, Мьюту подождем. О, какого нафиг Мьюту? Опять Мьюту сказал. Мью. То, что Мьюту. Мьюту уже хочет быть Мьюту, так как у нас тоже в прошлом сезоне, в принципе, у нас же первый босс, не босс, а легендарный, сразу же вроде Мьюту был, да, мы словили Мью и... Нет, хотя не первый, я не помню, но как бы мы сразу себе сделали Мьюту и потом прокачивались только ним. А вот сейчас хотя бы джунгли найти, а не то, что Мьюту, да. Сколько мы уже летаем, честно, джунгли это не такой... В принципе, это не такой биом, который нереально тяжело найти. Он спавнится, в принципе, можно сказать, наравне с Гроулит. Он спавнится, в принципе, наравне с пустынями, мне кажется, что не такой уж и редкий биом, да, горы. О, какие нафиг горы. А... Да иди сюда. Джунгли. Какие горы. А вот мы эти джунгли фиг найти можем. Ну как бы не мы, да, то что мы это не решаем. Как оно заспавнилось, так мы и пытаемся найти. То что хрен его знает, как это заспавнилось. Все. Я говорю, ребят, мы уже просто нереально сколько летаем, сколько мы уже перелетали, и так джунгли и не нашли.
Не знаю. Да. О. Так, Фиро, давай-ка ты подожди немного. Сейчас мы быстренько сюда сбегаем. Быстренько, быстренько, быстренько. Что тут у нас? Что тут у нас будет? Я уже думаю, можно уже сейчас будет домой потихоньку возвращать. Только не говори, что ты на то упал. Он же упал на плиту. Песок же на плиту упал. Я что-то боюсь туда как-то прыгать даже. Иди ты нафиг, плита. Ух ты, алмазики. Нифига. Том. Изумруд. Отлично, можно выбираться. В принципе, ребята, я думаю, да, давайте уже домой. Уже и ночь, и ночь, да. Инвентарь нужно почистить, а то куча всего там. Давайте сразу же почистим. Так, что выкинуть? Это можно. Им это можно. Это и это. И это. Отлично. Так, сейчас мы это все поставим в сундучки. Так, это сюда, это сюда. Шапки, 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 шапки. Шапки вот сюда. Нужно еще сделать отдельный, мне кажется, сундук. Тут у нас вот это, да? Темки. Тут у нас, допустим, будут, я не знаю, лечилки. И покеболы. И камни эволюции, допустим, чтобы просто все так не было вместе. Хотя тут и так все в этом, но можно немного вот это все распределить, чтобы было получше так. Распределено по сундукам. Так, это сюда. Это сюда. Еда. Это давайте мы заберем. Это тоже. Это тоже. И, в принципе, это... И это давайте заберем. Это поставим назад. Так. Так, 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 так. Это можно забрать, это можно забрать. Это поставим. Так. Действительно, нужно, ребята, уже будет пойти за ресурсами. Ну, хотя... То, что уголь у нас кончается, уголь нужно будет. Алюминий еще нормально, а алмазы тоже более-менее. Вот 40 железа, ну, в принципе, можно сказать, пока что хватает. Но потом, если будем делать больше покеболов, инструменты у нас тоже же ломаться будут, да? И поэтому нужно потом будет и так сбегать в шахту, хотя бы ненадолго, но чтобы немного ресурсов себе добыть, да? Ребят, я не представляю, где тут могут быть джунгли. Ох, куда бы нам идти? Я уже не... Смотри, сколько мы уже вот этого. И мы тут были. И тут были. Разница в 2000 блоков. Офигеть. И так джунгли не нашли. Да, в принципе, мы и пустыню-то не сразу нашли. Вот на каком она расстоянии была от нашего дома. Вот наш дом тут, а пустыня вот тут. То есть... Мы пролетели три леса и равнину, чтобы найти пустыню, да? И то мы летали и в эту сторону, и в эту сторону, и в эту сторону, и везде горы. Тут, да, тут тоже горы были, то что, в принципе... Так что, в принципе, я думаю, джунгли... Не знаю, скоро мы их найдем или нет, потом посмотрим. И я думаю, ребята, что давайте уже все-таки выберем победителя. Я думаю, уже можно... А, вот так, пиджи, 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 пиджи. Давай-ка ты отсюда отойди. У нас тут сейчас розыгрыш будет, да? Не розыгрыш, а выбор. Да, выбор победителя. Какой нафиг розыгрыш? Ну как бы розыгрыш победитель. Нет, розыгрыш это розыгрыш, да? Это выбор победителя у нас будет. Чё-то я какие-то слова не такие употребляю, да? Розыгрыш. Это мы же не призы разыграем, да? Мы же победителя выбираем. Вот у нас уже... В принципе, три победителя, да?
У нас уже Зоруа было, Манчелакс и Сивадл. Сейчас у нас... Сейчас... Да чё ты на... Ты... Зараза. Так, ну ладно, давайте-ка мы сразу же будем. Вот как раз вот это. Ждем, 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 ждем. Сколько там? Как раз есть время перекусить. Отлично. Ну чё ты, чё ты, чё ты? Мы уже нажрались, а ты еще... Во! Ну чё, ребят, давайте смотрим. Так. Пишем, 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 пишем. Кто у нас там был? Вот так. И вот так. Отлично, ребята. Вот у нас четвертый победитель. Можете прочитать их имена, если хотите. Четыре победителя у нас уже есть. Отлично, это можно уже все позабирать. Уже, в принципе, не пригодится. Победителя мы выбрали. Это уже можно повыкидывать. Вот так. Принципе, 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 ребята. Я так думаю, на этом можно уже закончить эту серию. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.